испугался, что женщина отвечать начала, поэтому легко. Автомобиль какой я пользовал? Взял ремонт посмотреть, чтобы проехаться. Ну, какие-то причины для палатки были. После того, как мы допустили столкновение, куда поехали? Ну, владельцы автомобиля там. Отдали владельцу? Владельцу сказали, пояснили, что случилось. Ну, там, на следующий день только сказали. Руководство статьей 29 прим. 10 КОАП Российской Федерации постановил Назарова Евгения Геннадьевича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренной частью 2 статьи 12.27, и назначить наказание в виде административного ареста на срок 7 суток с содержанием спецприемника.